Ребята, всем привет! Вы на канале Бабушка Шошо Подарки. Ой, Бабушка Шошо Игры. Обязательно подписывайтесь. Вы знаете, я не случайно оговорилась, потому что сегодня мы играем в симулятор новогодних подарков. Дедушке Морозу нужны помощники. Так много ребят на Новый год ждут подарки, что ему одному никак не справиться. Поэтому мы все вот игроки с молоточками бегаем и добываем подарочки. Кстати, здесь есть вот такие яйца. В яйцах, конечно же, питомцы. И эти питомцы нам очень сильно помогают. Чем больше у вас питомцев, чем они сильнее, тем вы быстрее зарабатываете денежки и как можно больше делаете подарков для Дедушки Мороза. Кстати, смотрите, здесь можно покупать разные молоточки. Ой, какие дорогие, у меня всего 84 доллара, а тут такие цены, 300 тысяч, 500 тысяч, ой, интересно, я когда-нибудь заработаю такие денежки? Или остается только мечтать о подарочке, подарок на Новый год, мощный молоток. Так, ребята, смотрите, у меня за спиной ранец, в него помещается всего 10 подарков. Ну, я надеюсь, что я заработаю много денег и куплю себе сумку побольше. Ну так, знаете, чтобы подарков 1000 влезало. Правда, пока об этом остается только мечтать. Так, давайте посмотрим. Смотрите, здесь есть подарки разных цветов, разных упаковочек. Но все так дорого стоит. Придется мне еще серьезно потрудиться. Вот, мой ранец уже наполнился. Я отдала подарки Дедушке Морозу, получила денежки и накопила 100 долларов, чтобы купить большую сумку. Смотрите, ребята, теперь в моей сумке поместится 30 подарков. Здорово! Ну, вот так уже веселее. Так, давайте посмотрим, что вообще здесь такое находится. Вот какая-то красная дверь. Так, монетки, монетки, не забываем собирать монетки. Вот эти желтенькие монетки, это самое важное. Смотрите, злодейское Рождество. 75 тысяч долларов! Ничего себе! У меня всего 193 доллара. А как же туда попасть? Где же такие деньжища добыть? Ну что ж, придется поработать молоточком. И, наверное, без питомцев тут не обойтись. Питомцы, они придают нам силы. Смотрите, почти у всех уже есть питомцы. А у меня нету. Но у меня и денег нет. Поэтому я поработала, помахала молоточком. Накопила целую 1800 долларов. И теперь я готова купить питомцев. Открываем яйцо. Кто там? Ох, ленивец. Ребята, у меня никогда таких питомцев раньше не было. Ни в одной другой игре. Теперь у меня есть ленивец. Давайте вот еще одно яйцо купим за 1000. 1000 золотых. О, грустный рыжий хомяк. Почему он грустный? Наверное, не хочет работать. Но, ребята, у нас без работы никто не сидит. Кстати, в этой игре можно бегать с двумя питомцами. И это очень радует. Значит, я буду в два раза сильнее. В два раза быстрее добывать подарки. Давайте еще одного купим. Питомца, кто же там? Улитка! Смотрите, какая смешная улитка. Так, ребята, теперь у меня есть улитка, ленивец и грустный хомяк. Но, к сожалению, видите, нельзя бегать с тремя питомцами, только с двумя. Поэтому улитку, пожалуй, мы оставим в рюкзаке. Ну что, друзья, давайте примемся за работу. Копеечки, золото. Я надеюсь, что из нас получится очень хороший помощник для Деда Мороза. Вот он тут сидит, собирает подарки. Так, все, я отдала ему все 30 своих подарков. И теперь я готова купить вот этого питомца. Смотрите, какое яйцо красивенькое. Это ледяной олень, ребята. Мне попался из яйца Санта-Клауса ледяной олень. Здорово, такой красивенький, такой сильный. Кстати, смотрите, ледяной олень сильнее, чем все трое питомцев вместе взятых. Ну, конечно, я вытаскиваю ледяного оленя и кого бы еще оставить? Так, хомяка или ленивца? Я оставила хомяка. Ну все, ребята, теперь я очень сильна. Смотрите, пару раз взмахнула своим молотком и сумка сразу же наполнилась. Вот это да! Я даже не успеваю далеко отсюда убежать. Ребята, мне срочно нужна сумочка побольше. Ну вот, я работала и накопила на сумку, в которой помещается 1100 подарков. А еще у меня теперь есть 75 тысяч золотых. И я могу открыть дверь в злодейское Рождество.
Фух, давайте посмотрим, что там. Я надеюсь, что нас тут не сожрут, не сожгут. Ну, вроде бы безопасно. И, кстати, смотрите, монетки тут так много денег приносят. Вот это я удачно зашла. А еще тут яйца. Смотрите, огненное яйцо 100 тысяч золотых. И ночное яйцо 500. Но 500 у меня нет, а 100 золотых у меня есть. 100 тысяч. Давайте посмотрим, кто там, кто там, кто там. О, кто это, кто это? Кто там у меня попался? Давайте в сумочке посмотрим. Что-то я не... Огненный котик. А он легендарный, ребята. Огненный кот, это легендарный питомец. Фу, вот это я удачненько зашла. Вот это я удачненько купила яичко. Давайте посмотрим, что тут есть еще. Ой, всякие тут скелетики торчат. Ну, конечно, злодейское Рождество, оно такое. Тут, смотрите, еще злобные эльфы бегают. Елки черные валяются. Косточки. Ну, главное, что везде монетки. Ну, черепа, конечно же. Неоновые. И Дедушка Мороз. Дед Мороз, ты чего тут забыл? Пошли собирать подарки. Ребята же будут ждать на Новый год под елочкой. Подарок от тебя. А ты тут прячешься под черной елкой с этими страшными, как их называют, черепами. Ой, фу. Нет, это не настоящий Дед Мороз, ребята. Настоящий Дед Мороз сидит и собирает для нас, для всех подарочки. Потому что скоро Новый год. Так, здесь больше ничего интересного нет, поэтому возвращаемся на наше основное место работы. Итак, золотишко, золотишко. Добываем, добываем. Кстати, там, смотрите, есть еще какие-то проходы. Ой, давайте посмотрим, что там. Санта воркшоп. А, это офис Санта-Клауса. О, ребята, цена, вы видите? 10 миллионов долларов. Ну вы серьезно? Ну разве можно столько заработать? У меня 37 тысяч. 10 миллионов, ребята. Мне кажется, что они над нами издеваются. Но бабушка не сдается. Вы знаете, что я бабушка сильная, поэтому я потратила несколько дней на то, чтобы накопить вот эти деньги, и все-таки я их накопила. Теперь у меня есть 10 миллионов золотых. И, ребята, внимание, открываем офис Санта-Клауса. Пойдемте. Я думаю, что никто из вас не сможет накопить 10 миллионов, поэтому, ребята, не волнуйтесь, я вам покажу, что тут есть. Смотрите, здесь есть магическое яйцо и яйцо-робот. Но яйцо-робот стоит 15 миллионов долларов, а яйцо волшебное стоит, внимание, ребята, 500 тысяч конфет. Вот это да, у меня 22 тысячи конфет. Я думаю, что о волшебном яйце мне только мечтать и мечтать, ребята. Мне кажется, что уже за мои труды, за то, что я накопила 10 миллионов долларов, я заслуживаю жирненький лайк. Жирненький, красивенький новогодний лайк. Спасибо вам, ребята. Спасибо за то, что вы так меня поддерживаете. Кстати, вы заметили, тут такие конфеты дорогие в этом офисе. Каждая конфета дает почти 2000 конфет. Ху-ху. Ребята, было бы тут побольше конфет, я бы смогла накопить. Ну вот это вот волшебное яичко. Кстати, было бы интересно посмотреть, кто там... А, стоп, что я увидела? Друзья, в этом яйце может выпасть Гарри Поттер. Волшебный кот и ведьма. Я так хочу Гарри Поттера. Ребята, ну где же взять 500 тысяч конфет? Что ж, ребята, я буду стараться. Я буду работать еще 2 дня. Еще 2 ночи. Ну, обязательно накоплю 500 конфет. Ой, 500 тысяч. А здесь, смотрите. А здесь ранчо оленей. 75 миллионов долларов? Эй, создатели игры, вы что там? Совсем обалдели? 75 миллионов долларов? Вы где такие цены видели? Сумасшедшие. Смотрите. Там тоже какие-то яйца есть. Ой, они, наверное, стоят там просто космических денег. Эх, ребята, еще очень долго я работала, работала, дни и ночи не спала и накопила 400, внимание, миллионов долларов. Я думаю, что теперь я готова, готова войти в этот дорогущий рай. И надеюсь, что там будет что-то очень интересное, что-то стоящее. Ну, хотя бы конфеты дорогие были бы, потому что все-таки моя главная цель получить Гарри Поттера. Ну все, ребята, 75 миллионов долларов. Ну это точно жирненький лайк, ребята. Я думаю, что мало кто доберется до вот этого места. А бабушка Шушу для вас постаралась. Итак, монетки, монетки. Так, конфеты. Сколько дала нам конфета? Ой, что-то я упустила, пропустила. Так, смотрите, монеты нормально приходят. По 2000, по 4000. Даже 7000. Так, конфета, внимание. 7000 конфет!
За одну конфетку дают 7000 конфет. О, вот это мне уже нравится. Так, только а где конфетки-то? Конфеток бы хоть побольше насыпали. Эй, где у вас тут конфеты? Так, вот вижу одну конфету. Ребята, смотрите, здесь есть яйцо, которое стоит 195 миллионов. Но, внимание, друзья, они у нас есть. И мы с вами покупаем яйцо за 195 миллионов. Я чувствую себя просто не миллионером, а миллиардером. Так, ребята, я купила яйцо. Смотрите, а они что, с меня еще денег хотят? Они списали с меня 195 миллионов. И еще и питомца не дали? Ну, что это такое? Где? Где мой питомец? Ну, вы серьезно? Вы серьезно? Я дни и ночи работала без сна. Так, ребята, я перезагрузилась. И давайте посмотрим, какой питомец. Вот. Слава богу, что этот питомец не пропал. За 195 миллионов долларов нам выпала снежная сова. Ребята, смотрите, как все классно сходится. У нас уже есть сова, значит, нам просто необходим Гарри Поттер. Вы же помните, что у Гарри Поттера была сова. Фух, ребята, смотрите, какая она красивая, снежная сова. Ой, как же я хочу. Как же я хочу Гарри Поттера. Ребята, я копила и накопила миллион конфет. Ну что, готовы открывать Гарри Поттера? Я надеюсь, что в этом яйце попадется Гарри Поттер, пожалуйста. Потому что у нас денег только на два яичка. Итак, давайте купим. Скрестите пальчики, пожалуйста, пожелайте мне удачи, и чтобы это был Гарри Поттер, ребята. Так, и так, покупаем 500 тысяч конфет. Так, волшебное яичко. О, волшебный кот. Неплохо. Но у нас осталась всего одна попытка, чтобы получить Гарри Поттера. Ребята, поставьте лайк, он всегда мне помогал. Пожалуйста, быстренько поставьте лайк, чтобы Гарри Поттер... О, ребята, Гарри Поттер. Правда, сила лайков всегда работает. Гарри Поттер, ребята, у нас Гарри Поттер. Ура, смотрите, у меня теперь Гарри Поттер и снежная сова. Ну, прям полный набор. Друзья, я так счастлива, я так рада. Гарри Поттер и снежная сова. Да, еще у нас есть волшебный кот. Смотрите, волшебный кот и Гарри Поттер тоже очень хорошо смотрятся. Ребятушки, вот такое вот новогоднее настроение нам делает игра с новогодними подарками. Ну, знаете, для меня Гарри Поттер это точно как подарок, потому что я очень-очень люблю эту историю. Ребята, если вам понравилась моя игра, а она вам, конечно же, понравилась, ну я же так старалась, просто миллионы миллионов потратила, поэтому точно заслужила жирненький лайк от вас. Ну а вам, надеюсь, прилетит какой-нибудь очень классный подарок от Деда Мороза. Ну, не зря же я так сильно трудилась тут. Ребята, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующие интересные серии. Ну а сейчас смотри вот эти игры. Просто нажми на картинку.